Кутня, Марк Андрей, под руководством Ковршова Сергея и Бочкарева Екатерины. Стаж занятий Дарьи 8,5 лет. Ее хобби – помогать братьям нашим меньшим. Увлекается ветеринарной эндокринологией. Рост Дарьи 151 сантиметр, ее вес 48 килограмм. Желтикова Дарья, город Видное, Московская область. Спасибо, Дарья. Вы становитесь в задней части сцены у баннера. И следующий на эту сцену из дефиле появляется спортсменка под номером 23, Кондрашина Елена. Кондрашина Елена из города Сургут прибыла на этот турнир. Ее стаж занятий 2 года. Тренирует Елена Ковршов Сергей и Бочкарева Екатерина. Вот уже целая плеяда спортсменов под руководством этого тренерского состава сегодня на сцене у нас. Хобби Елены – езда на мотоцикле, эндуро и танцы. Спасибо, Елена. Следующая на этой сцене появляется спортсменка под номером 24. Чепипатова Екатерина из города Челябинска. Стаж занятий Екатерины 4 года. Ее личные достижения. Она стала победительницей Кубка Европы по пауэрлифтингу. Кубки «Русская весна» в Екатеринбурге. Под номером 26 выступает следующая участница. Шарафутдинова Гульнас. Шарафутдинова Гульнас из города на набережной Челны. Тренируется Гульнас в клубе Smart Gym под руководством Рубина Гайдуллина. Стаж ее занятий 4 года. Увлекается Гульнас фотографией. Под номером 29. Спортсменка из города Челябинск. Соловьева Светлана. Тренируется под руководством Екатерины Бочкаревой. Стаж занятий 2 года. Является абсолютной чемпионкой фитнес-бикини турнира «Золотой тигр» в 2019 году и первое место на Кубке мира фитнес-бикини 2019 год. Также ее хобби – это военная подготовка и танцы. Соловьева Светлана Челябинска. Номер 37. Шишкина Ульяна. Наши соседи. Оздоровительный комплекс «Никто». Тренируется Ульяна под руководством Рубина Гайдуллина. Стаж ее занятий 6 лет. Среди лучших спортивных достижений это 6-е место на одном из турниров в 2016 году. И также в этом году 4-е место на одном из турниров по фитнесу. Также хотелось бы отметить, что Ульяну поддерживают плакаты. Обратите внимание, вот плакаты в честь Ульяны нарисовали экспедиции, поддержку. Под номером 40 выступает спортсменка из города Москва, Старостенко Ксения. Ксения тренируется в клубе «Басов Ким». Тренер Андрей Басов. Лучшее спортивное достижение и спортивное звание Ксении – мастер спорта по большому теннису. А следующая спортсменка под номером 43. Спортсменка из города
Следующая спортсменка выступает под номером 45. Вархулина Лилия. Лилия приехала из города Уфа. Тренируется в клубе «Арена Фитнес» под руководством Шаева Алексея. Став занятий Лилии 5 лет. Следующая спортсменка выступает под номером 49. Представляет город Набережные Челны. Жеребкова Олеся. Информации об Олесе немного, она увлекается йогой. Екатерина из города Новгород. Тренируется в клубе Animal Fitness под руководством тренера Рыбина Федора. 10 лет до этого она занималась пауэрлифтингом. Ее лучшее спортивное достижение – это мастер спорта международного класса Жемелёж. Екатерина из Новгород. Спортсменка выступает под номером 66. Алешина Наталья. Наталья из города Пенза. Тренируется в спортивном клубе «Медведь» под руководством чемпиона мира и мистера Юниверс Никисанова Алексея. Стаж занятий Натальи 5 лет. Лучшее достижение мисс Россия на ее хобби это спорт. Итак, вся категория продефилирована. И внимание судьи и участников. Я прошу первую шестерку по линии, которая обозначена крестиками в порядке номеров, вынести для сравнения судей. Встречаем девушек. Ровно, сын не забывай.
внимание, девушки, спиной к студии, пожалуйста. Все как будто стесняются, аплодируют, да? Это дает силу выступающим. Спасибо. А, девушки, три шага вперед, пожалуйста. Браво, девушки. Лицом к судьям. И три шага вперед, пожалуйста. Спасибо, провожаем вторую шестерку. Вы на исходную линию. Да, браво, браво, аплодируем. Это, наверное, для мужских глаз самое. 16. Прошу выходить на авансцену, обозначены крестиками. Участница под номером 37. Внимание, категории, прошу судей при участниках увести категорию за кулисы. Спасибо. Давайте бурные аплодисменты. Спасибо вам за красоту, что подарили нам. Не то, что мужчины были некрасивы, да, конечно, мужчины тоже были великолепны, но все-таки девушки так прекрасны. Итак, пока у меня есть время, я вновь...